Привет, дорогой друг! На связи Ирина Колосова, Your English Trainer. Сегодня поговорим с тобой немного о разговорном языке. Я знаю, что у многих при встрече, особенно с американцами, возникает конфуз и вопрос. Как же правильно здороваться и им отвечать? Поговорим сегодня о приветствии. How you doing? How you doing? Yeah. How you doing? How you doing? Jerry there? Yeah. How you doing? 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 So what's going on? You don't want to know. Давай посмотрим на самые распространенные вопросы, которые может спросить тебя иностранец. Hey, how are you? How is it going? Hey, how are you? How is it going? Переводятся они все одинаково. Привет, как дела? Рассмотрим две ситуации – формальную и неформальную обстановку. Что же можно ответить? Fine, thanks. Very well, thanks. Очень хорошо, спасибо. Такой ответ предполагает, например, если вы в офисе, в банке, какая-то рабочая обстановка или какие-то встречи. И вторая ситуация – неформальная обстановка. Если вы встречаетесь со своим другом или подругой, с каким-то близким человеком, которого вы давно уже знаете. Pretty good. Pretty good. Довольно хорошо. Great. Замечательно. Что же ответить, если дела все-таки идут не так хорошо и не так замечательно? Надеюсь, что этими фразами вы никогда пользоваться не будете, но все же. I'm hanging in there. Я держусь. I'm hanging in there. I've been better. Бывало и лучше. I've been better. А теперь переходим к самой интересной части. Это то, что сбивает всех с толку, и никто не знает, так как же правильно отвечать на этот вопрос. Hey, what's up? Этот вопрос переводится как «Что нового? Что происходит?». Выберите любой вариант, который вам понравится больше из списка, запомните его. И уже не задумываясь, сможете быстро ответить на этот вопрос. Not much. Nothing. Nothing much. Nothing special. Этот вопрос американцы любят использовать как приветствие или как вводный вопрос, чтобы начать диалог. Hey, what's up? Nothing. I'm just watching TV with my family. Привет, что нового? Ничего, просто смотрю телевизор со своей семьей. А теперь внимание! Если тебя на улице поприветствовал простой прохожий или человек, которого ты плохо знаешь, вопросами What's up? Hi, how are you? How you doing? То, пожалуйста, не надо отвечать на эти вопросы подробно и рассказывать действительно, как у вас дела, потому что тогда вы попадете в очень смешную и нелепую ситуацию. Эти вопросы означают простое приветствие. Это означает просто «Привет, здравствуй». Что ты можешь сказать в ответ? Точно так же поприветствовать этого человека. Hey,
Hi. What's up? How are you doing? How you doing? Well, thanks for asking. I'm doing fine. Just got in today. My brother-in-law picked me up at the airport, and the people here are so nice. You want a beer? I want a Bud. How you doing? I'm doing fine. I just got here today. My brother-in-law picked me up at the airport, and the people sure are nice. Nice people. How you doing? I'm doing fine. I just got here. My brother-in-law came and picked me up from the airport. It's a mighty big airport. How you doing? Well, thanks for asking. I'm doing fine. Just got in today. My brother-in-law picked me up at the airport, and the people here are so nice. You want a beer? I want a Bud. How you doing? I'm doing fine. I just got here today. My brother-in-law picked me up at the airport, and the people sure are nice. Nice people. How you doing? I'm doing fine. I just got here. My brother-in-law came and picked me up from the airport. It's a mighty big airport. Главному герою этого ролика необходимо посмотреть наш урок о приветствии. А ты, я думаю, теперь никогда не окажешься в такой ситуации. Желаю тебе хорошего, прекрасного настроения, и мы увидимся с тобой на следующих уроках. Пока!